Приветствую тебя на полезном канале. В этом видеоуроке ты узнаешь, как облегчить климакс. Каждая женщина в зрелом возрасте переживает менопаузу. Для всех она протекает по-разному. У некоторых симптомы проявляются мягко и проходят быстро. Другие же страдают от частых приливов и перепадов настроения, бессонницы и проблем с сосудами. Есть хорошая новость. Физические нагрузки помогают организму справиться с изменениями в теле, избавляют от неприятных симптомов, которые мешают жить полной жизнью. Многих женщин беспокоит вопрос, как облегчить приливы при климаксе. Но стоит только пойти в спортзал, и потливость, сердцебиение, приливы прекращаются. Улучшается и настроение, и самочувствие. Преимущество физических упражнений во время менопаузы. Снижается вес. Женщины, как правило, теряют мышечную массу и накапливают брюшной жир во время менопаузы. Согласно рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний, женщины должны уделять умеренной аэробной активности как минимум 150 минут в неделю. Уменьшается риск развития рака. Поддерживая здоровый вес благодаря упражнениям, ты обеспечишь защиту от различных видов рака, включая рак молочной железы, толстой кишки и эндометрия. Укрепляются кости. Упражнения замедляют потерю костной массы во время менопаузы, что снижает риск переломов и остеопороза. Снижается риск возникновения других заболеваний. Часто женщины 45-50 лет страдают от выраженного ожирения. Известно, что оно влечет за собой риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, нарушения углеводного обмена и сахарный диабет. Регулярные занятия спортом помогают противостоять этим рискам. Повышается настроение. Физическая активность высвобождает в организме ряд химических веществ и гормонов, таких как эндорфины, которые дают ощущение благополучия и радости. Они поднимают настроение и улучшают психологическое здоровье на любом этапе жизни. Физически активные женщины имеют низкий риск депрессии и потери умственных способностей. Есть три типа упражнений, которые помогают на переходном этапе жизни женщины. Кардиоупражнения. Это упражнения, которые задействуют много мышц и повышают сердечный ритм. Занимайся плаванием, танцами, пилатесом, бегом, трусцой, аэробикой и ездой на велосипеде. Силовые упражнения. Сохранить костную ткань во время климакса чрезвычайно важно. Остеопороз – серьезная опасность. Силовая тренировка положительно влияет не только на поддержание тонуса мышц, но еще и на плотность костей. Поэтому силовой тренинг у женщин после 40 должен быть на первом месте. Это не значит, что нужно взваливать на себя штангу весом 100 кг. Силовые упражнения бывают разные. Лучше всего подобрать индивидуальный комплекс упражнений для всех групп мышц с утяжелением. Йога и растяжка. Менопауза иногда самую энергичную, веселую женщину превращает в неповоротливую и унылую. Йога при климаксе способна сотворить чудо, избавив от многих его симптомов, вернув прежнюю резвость и хорошее настроение. Климакс и йога – обязательное сочетание. Это одновременно нагрузка и расслабление, восстановление сил и разумная трата энергии. Йога помогает снять стресс, раздражительность, усталость, уменьшить приливы. Образ жизни женщины при климаксе тоже должен быть максимально здоровым. Чтобы легко пережить гормональную перестройку организма, следуй этим простым правилам жизни при климаксе. Полноценный сон, избегание стрессов, отказ от вредных привычек, полноценное питание. Женщины, которые занимаются аэробикой, зарядкой, физкультурой, йогой, при климаксе, упражнениями для развития групп мышц и ведут здоровый образ жизни, говорят о том, что приливы снизились у них почти в два раза, а если приступы и случаются, то они проходят гораздо менее болезненно. Продлить красоту и молодость более чем реально. Многие женщины получили желанную фигуру именно после 40 лет. Все в твоих руках. Пусть менопаузы и возраст тебя не пугают. Перед применением этих рекомендаций проконсультируйся с врачом, ставь лайк под этим видео, подписывайся на полезный канал, нажимай на колокольчик и поделись полезным.